Чего? Мимикрай! Это был... Мимикрай! На, Мимикрай! Его на Мимикрай посадил! Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика, а именно, я покупаю скины, из которых меня замочат ютуберы. Ютуберы, поздоровайтесь! Ребятушки, всем огромный привет! Всем добре, чуваки! А чего молчали, братва? Да я ждал, пока Вик поздоровается! Да я ждал, пока Саня поздоровается! Короче, братва, суть рубрики крайне проста. Я покупаю скины, у вас же дешевые скины, мужики, из которых меня мочат. Конечно, ты естественно. Же шок. О, особенно у меня в руке сейчас самый дешевый скин, который можно вообще представить. О, нет! Ладно, ребятки, расходимся по разным войсам, надеюсь, это будет не очень жестко, погнали! Слушай, Рикардо, я предлагаю сейчас прям сразу на мимикрайку посадить. Прям тупо с первого сходки. Так, а нужно найти, где этот... А, так я нашел этого красавчика. Так, братва, я очень сильно переживаю. Опа, тут это есть, отвечай. Смотрите. Рикард! Мы не дали по попке! Там бежит какой-то китаец! Смотри, 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 смотри! Давай! Первого раза, смотри, чувак! Чего? Нормально мы раздаем! Чего? Мимикрай! Это был! Мимикрай! Первый раунд! Мимикрай, это фиаско. Это просто полный фиаско. Я не знаю, что мне делать. У меня нет сколько даже. Мимикрай. Погнали его покупать. Мимикрай, это только начало. Короче, мужик, давай с тобой как-то договоримся. Потому что я нищий. Короче, у меня есть одна идея, но там все равно есть шанс, что ты купишь мимикрай. Короче, выставляй прямо сейчас. Смотри, выставляй прямо сейчас на рынке. Просто нож. Если тебе выпадет первый мимикрай, то ты его покупаешь. Ё-моё, ты гонишь? Вот первый ножик, который ты тебе выпадет, прикалываешься? Ну, любой первый нож, который выпадет. Ладно, давай. Может быть, мимикрай, давай. Ты его покупаешь. И раз, и два, и три. Фух, мне выпал Стинг Флэг. Ладно, чувак, я заберу тебя второй раз, чтобы еще раз была такая попыточка. Блин, мужик, не пугай меня так сильно, это вообще очень жестко. Слушай, а как так получается, что у нас счет 0-1, а у Кента уже 200... Так там помощь и две, ты чё? А, помощь, смотри, ладно, это я. Так, короче, мужики, вы поняли? Второго шанса у меня не будет. Это не как обычно. Не надо писать, что я голимая пепа в комментариях. Все, мужики, ну, разочек не фартануло, все. Теперь начнем играть. Так, давайте посмотрим, кто мои тиммейты. Аля и мистер Якобс. Блин, я с бред плохо играю. А, развалили кабину моему тиммейту. На! Одного говнюка завалил. Мама дорогая, они тут повсюду. Подождите, нож. Не попал! Но! Да нет! Опять остался, тик-так! Отстань, чувак, отстань! Что? Берется на маску Статрек! Опа, сюда! Батап насадил на береточки, а? Ох, ребят, ну хотя бы что-то недорогое есть в этой игре. Покупаем и лезь в лисьери. Come back to play again. Я просто английский изучаю. Погнали обратно в катку. Ну что же, ребята, давайте посмотрим, как играть мои тиммейты. Меня вообще кинули, я один остался с какой-то девкой. А девка играет за пол игрока. Блин, это Рабелла. Это пол... Она, кстати, играет пол КД. Как раз, как я говорил, за пол игрока. Ох, ребята, это будет очень жесткая рубрика. Походу, меня сегодня... Разряд! Идем, Рикардо, брат! Залетаем в топочку! Это он уже на один играет. А, так все, он на КТ, на КТ, на КТ, на КТ. А тут никого. О, нет! Чего? Нет! Ох, ребята, это прям очень жестко. О, с нас перешел какой-то китаец. Погнали! Минус тиктакимус! Я сейчас попробую опять нож завалить. Давай, стой. Ай, он мне шлепу поставил! Не, ну вообще изи! А! Чего? Стинг Темпер! Рикардо, ты что творишь? Давай, на ножик! Хорош! Сюда! Не пусть, алло, сзади! Да, братва! Это полная фиаско! Сколько?
Рикардик, ты чё, неадекватный? Надеюсь, больше не сольюсь. Смотри, знаешь, это, как я это называю? Я это называю фотоаппарат. Смотри, сейчас сфоткаю. Сейчас тупо всю команду сфоткаю по одному патрончику. Ляц, и сразу отлетает. Ой, не верю, ой, не верю. Так, ну, есть и хорошие новости. Нас трое, а их тоже трое. Все, почти, поехали. Так, я надеюсь, на нас зашел нормальный чел. Блин, он играет в 0 килов, это Абел, он буду нубгалимый. Я так не люблю снимать эти видео, но вы их так обожаете, поэтому снимаю ради вас. Не, нормально. Слушай, ну он какой-то наглый, он 5 на 3 играет. В плюс хд. Сфоткал? Что, успел? Меня уб... Это так раздражительно для меня. Нормально. Нормально. Кто жив остался? Рикардо и Кэмиль. Опа! Здорово, братуха, колотить тебя в ухо! Нет! Нет! Слушай, это он или не он? Да я не знаю. Да. Рикардо, ты ботяра, ну, просто! Ну бывает такое! Рикардо, мне перезарядка, не вздумай, не вздумай, не вздумай! Это трындец, о, забрал! Два бота встретились! Нет! М4-1 паладин! Это фиаско! Я думал, мы хоть раз в жизни в этом ролике победим! Полтора косаря! Как же это дорого! За что? За что, скажите мне? Ой, чувак, там, ты там без ног лежал, понял? Монтажер, ставь, пожалуйста. Там до этого Рикардо справа без ног лежал. О, счет 3-1. Но, хоть я и слился, зато наша команда победила. Куда опять делся чел с моей командой? Почему меня все кидают? Куда ты делась, Алечка? Куда ты ушла? Короче, у меня есть план. Давайте я заныкаюсь тут. О, идеально. О, смотри, какой у меня скин, а? Косарик стоит. Нормально будет на косарик его развести в этом раунде? А чё у тебя такие дешевые скины? А, это не Кент. Блин, на миду чел бегает плюс В. Здорово, братуха! Давай, и запушу. Тут кто-то топал. Так. А где титан? Флешка. Ап, флешка пошла. Осторожненько. О. Ох. Батяра, раз. Блин, меня забрали. Нет! Тик-так был в спине! Ты, блин, вонючий Крисенштейн! Не, ну это вообще нереально, ты не мог подешевле скины выбрать! 810 голдишки, прикиньте, как дорого. Не, мужики, что-то уже ХР сливаться, ядрить, колотить. Я 5 раз слился. 5 долбанных раз. Так, все, ребят, собрались и полетели. Просто полетели. Проигрывать я себе запрещаю. Никто не знает, что тут. Никто не знает, что тут. Нет, не идите в дым, не идите в дым. Он один остался, слышишь? Давай на ножик возьмем. Не нашел, он смог, он минус 46, я попал. Где он? А как он, подожди. Чего? М4-1 Китсуне! Идемте покупать рандомную М4-1. Рандомную М4-1. Держим кулачки. 27 голдишки. Сюда на базу. Ура! Так, ребят, ну шутки шутками, ну как будто как-то не по киберспортивному я играю. Да меня тиммейты полные нубы, хоть кто-то в одну КД может выйти. Так, мужик, Беркут, я надеюсь на тебя, надеюсь, что ты умеешь разваливать кабину родной. Давай, давай, давай! Все, поехали. Чилы пишут, мы в Ютубе. Конечно, в Ютубе, на канале. Нет! Нет! Мать моя женщина! О, не, флешка, нет, показалось. О, да, ну... Минус 88 я нашел. Ну, я нашел, самое главное. Там кто-то был. Тут кто-то был. Нет. Нет! Да как же ты надоел! Опять рандомный М4-1! Опять это рандомный вонючий М4-1! Прошу, прошу, прошу! Трика! Это рандомная М-ка, Трика! Как же дорого! Так же дорого. Покупаем. Блин, ребята, если честно, я не ждал, что будто насколько жестко нам тупо разваливают кабину. Ой, блин, у меня тиммейты полные боты. Никто не играет, кроме меня. Нормально. Сюда, родненький ты мой. Ох, у меня 4 хп, ребят. Так, чел, ты иди первый, я у мамы один. Давай, я тебе сейчас иди. О, хорошо. Ну все, нам фиаско, да? Чел, ты иди первый, я тебя прикрою. Нормально, я живой. Окей, мы проиграли, но самое главное, я выиграл. Все, 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 все. Ай! А, меня забрали! Наша команда проиграла, ребята, но, как говорится, главное не победа, а участие. Кстати, да, вы заметили, что я все время в подобных рубриках сливаю? Давайте хотя бы раз жизни соберемся, возьмем волю в кулак и победим! И сломаем кабины. Сейчас покажу мастер-класс, смотри, смотришь, на плен залетаем. Тут где тик-так? Это тик-так! Опять пиксель-шторм, тик-так! Я твой рот труба шатал! Раз забрал, смотри. Смотри. Два забрал, три забрал. Чего? Нормально залетел я? Опять? Тик-так, ну я просто твой руба... Твой... Рот труба шатал! Ё-моё! Да откуда у меня сколько денег? Так, мужики, все собрались. Надо играть максимально по брейну. Короче, план такой. Я беру АКР-12, сажусь где-то в угол и не пушу. Я ж забываю слово пуш. Просто I forgot this word. Мне жопа, да?
Мне Габелла, да? Ай! Рикардик. Найстик. А у тебя что за скин, дорогой? Не, мне скин, ну, косаря 2, наверное, стоит. О, ладно, нормально. Я тогда байчу. Блин. О, забайтил, хорош, молодец. Я забайтил. Ой, хорошо. Я 5-1 остался. Еще те нубы играют. Так как? Меня рандом замочил. Картошка долбаная. Опять рандом на М4-1. Картошка раздает. Картошку. Оп, продал. А вот сейчас максимально опасно. Вы помните, что купил скин за 3к? И... Опять! Ну что, мне не может рарка выпасть? Блин! Опять аркана! Все, ребята, заканчиваем со сливами. Так, мужики, я не знаю, надо мне как-то менять тактику. У меня тактика не рабочая, я... Я все время сливаюсь. Давайте я возьму эмочку. Ну у меня просто тиммейты слабые, ну кто-то играет... У меня тиммейта 0 киллов, 0! Короче, план такой, давайте так. Я буду бегать за моим тиммейтом, буду тупо его разменивать. Вот просто буду бежать за ним. Ладно, дефы на морозе. Надо забайтить на деф. Бачу на деф. Так, тут смог лежит, чекайте. А, так просто могу раздефать. Дефюзя! Чувак, дефюзят! Раздефюзили! Нет! Нет, не мочите меня, отстаньте. Осталось этих так и рик, фух, найсик. Так, ну что же, ребята, и как мы видим, моя суперкоманда, к сожалению, проигрывает, блин, 7-4. Но самое главное, чтобы мне не надо было покупать дорогие скины. Иначе я это просто-напросто не переживу. А, спасибо за флешку. Оп. Да ну серьезно! Тут кто-то есть. Найсик. Здорово, братуха! Так, остался тик-так, Эмус, надо его забрать. Где тик-так? Смотрим, как отыгрывает тик-так. Жестко. Все, ну это изи-вин, нас трое, братва, в 300 лайк, думаю, это будет изи-вин. Блин, будет очень обидно, если он сейчас меня заберет. Очень жестко! Саня, хватит тут всех разносить! Где тик-так? Тик-так, Эмус! Так, ребята, я знаю, что вы сейчас напишете, тоже надо что-то покупать. Давайте мы прямо сейчас с вами купим рандомные скины из рынка! Ну, чтобы все было по-честному. А то будете, как обычно, писать, что я галимая пепа. И мне выпадают рандомные скины с рынка? Да вы на приколе, 1800! Вы что, неадекваты? Вы ненормальные, это... Это меня просто замочила бомбочка! Это вообще ненормально! Ну что же, мои уважаемые подписчики, а где же взять лодишечку на такие затратные видео? Это реально очень затратные. Вам надо просто залететь на булдропчик, поднять лодишечку, открыть новые кассики, сделать какой-то крафтик, апгрейдик, все к вашим услугам, и поднять лодишечку так, как это сделал я. Также там есть скибетишечки, фармишь скибетишечки, меняешь их, и получаешь совершенно бесплатно топовые скины. И сверху добавишь есть два секретных слова, а одно тебе дает дополнительный процентик, а второму ты получаешь бесплатный контейнер. Ну что же, братва, все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Слушай, вот как будто, если бы мы проиграли, мне было бы лучше. Ну куда ты флешку меня кидаешь? Так, тут никого нет. Ох, ребят, походу сейчас будет минус кабина, да? Найс! Минус один. О, нет, да что ж такое-то? Главное не дать им раздефюзить. Так, в дыму никого нет, да? Остался тик-так, Эмус. Смотри. На! А, это не Кен. Найс. Мы выиграли! Ура! Опять я слился с бомбочки. Ну, а крыса? А, ты видал, какую за крысу? Нифига себе. Ошалеть. Опять 25. Юмпибис. Почему у рарки комонки не падают? Где они все вообще подевались? Так, ребята, вы знаете, что я прирожденный вапер, поэтому я беру мою длинную АВМ и сейчас напихаю. Нет! Так Эрдрэн Рикардо! Есть, слышу сверху кто-то. Они рядом кинт раздают картошку. Ну все, я сделал. Так, ну что же, сейчас идет битва 2 в 2. Ох, ничего, мой тиммейт. Ох, ничего, он жесткий им. Так, и остался, ребята, китаец. На него вся надежда. Ой, забрал ти... Ничего, он развалил. Ой, красава, мужик. Последний остался. Последний. Сзади меня забрал. Ну, блин. Не, ну это вообще не смешно. 375 голдишки в никуда купил. Блин, у меня уже минус 12к. Прикиньте, как это много. Все, ребята, максимально потеем. Больше не сливаемся. Я знаю, вы слышали эти слова, но теперь я буду потеть. Чем больше раундов, тем больше шанс то, что я буду что-то покупать. Я не хочу покупать. Я нищий, понимаете это или нет? Я еще играю с Авиком. Ой, почины. Ну все, походу полная габелла. Так, куда? Давайте вот дым кинем куда-то сюда. Братан, с тобой все окей? Мужик, мы сейчас сольемся. Ты что тут в воздухе летаешь?
Рандомный М4-1 в спину, это было нечестно. А чё они не дефюзят? Начали дефюзить, начали. Всё, ребята. Прессив! Ой-ой-ой, вы знаете то, что это очень опасно. И 28 голдишки. Смотрите, справа был Ером за Тайгер за 100к. Фух, пронесло, фух. К сожалению, мы сражались как настоящие волки, но из-за моих тиммейтов руин мы слились. Ну или если бы я не отвлекался, то мы победили. А, нас еще и двое, видите, ребят, вы сами понимаете. Один в поле не воин, слышали такую поговорку? Это про нашу команду. Короче, перемещаемся в каточку номер 2. Ну что же, братва, каточка номер 2, и это карта Раст. Давайте посмотрим, кто играет за меня. За меня играет какой-то вонючий подорожник. И дрыть один подорожник. И какой-то чел. А, давайте посмотрим реакцию на Кирволта. А, братух, как тебе, а? Это привстала, братуха, подорожничек твой привстал-то. Ничего, ему кому-то все равно. Я просто буду звать, знаешь, если у тебя полная фраза, Рикардо огромный болт, но я буду просто говорить болт. Болт подали. Допустим, типа, окей. Оу, хае! А, так, жесткие играют. Так, опа, минус Рикардик, нормально. Слушай, ну как будто, извини, как будто, ну, как? Сверху кто-то, да? Сюда на базу. Минус один. Развалили кабину. Так, ой, привет. Ух, я вслепую. Так, я жив? Скажите да. Скажите да. Не-не-не-не-не. Что происходит? Мама дорогая! Тик-так! Юспиха миллион статрек! А, раз, есть чел. Два, есть чел. Все, остался агент ПК. А-а-а! Ё-моё! На, ботяра! Три есть. Я не успею запустить. 115 голдишки. Сюда на базу, дзынь. Погнали обратно. Ну что же, в этом раунде, как любой нормальный пацан, я беру дигл. Блин, мужики, какой-то тильтик. Тик-так, 3 килла нашмылял, тик-так, эйс тупо дал. Ну все, ему не поздоровится. Да! Забрали тик-така. Ой, я от радости случайно выбросил дигл. О, смотри, что у меня есть. У меня... Давайте на миду скину, этот дроп, не? Давай. Давай, я дам тебе шанс. А-а-а! Твою налево, крыса вылезла нахрена. Я остался не Рикардо, но как будто извин. Все! Тут даже у меня нормальные тиммейты попались. Ну, правда, подорожник немножко, ну такое, слабенько играет. А так, пацаны, нормально мы кабинет разваливаем. О, смотри, что у меня есть, это ты со мной? Слышишь, где ты? Я не знаю. А, нет, это не ты, не ты. Помогите! Я тут. Папа рядом. Помогите! А, ты как не заметил Кентика? А как ты не заметил, там сбоку у тебя Кентик был? Здорово, братуха. Ничего, у меня тиммейты жесткие. Да, дайте мне поиграть. Блин, вообще легчайше. Наконец-то за меня попался сильный тиммейт. Мужик. Мать моя женщина, отстань! Рандомный P90 Габелла слился от бота. Идемте покупать. Рандомный P90. Ну там вроде нет других P90, да? 23 голдишки. Как же это приятно, просто с кайфом. Ай! Ребят, если честно, мне немножко стыдно за мою игру, потому что я играю, ну как-то в одну КД еле вышел. Все, пацаны, сейчас я вам покажу, на что же способен Кен АПК. Ой, ё-моё, меня флешанули. Это Габелла, меня флешанули. Но! Батяра, он даже не смог меня слить, когда был, я был под флешкой, прикинь. Ой-ой-ой, тик-так, слепой дал маслину. Забрал. Все, последний кент остался. Как будто... Ну как? Ну блин, опять рандомный М4! Давай надоели уже! Забрал. Все, последний кент остался. Где он? А, да блин, да он в ангаре. Забрали бота сюда, хорош. Почему у нас все время меньше, их больше? Это что за... Дискредитация. Рандомные М4. Ох уж эти долбанные тиммейты. 20 голдишки. О, это нормальный скин, вот я понимаю. Блин, ребята, ёхали бабай. Чё нас тут трое всего лишь? Нам тоже нужен четвертый тиммейт. Так, короче, есть план, давайте так. Я сейчас сяду сверху вот так. И буду сверху чекать обстановку. Лежать. Найс! Бам, флешка лопнула. Слышал? О! Все, кент остался, Он наверху. Потяну. Как будто нам Габелла, да? Минус два. Остался Рикардо и тик-так. Нет! Да! Давай! Нет! Опять мимикрай! Это нереально! Идемте покупать. Давай. А, так он забрал меня за ночь! На! Да! Мимикрай! Его на мимикрай посадил! Так, ребят, опять мимикрай. Вы помните наш договор? Не пишите 6 литая пепа! Я не такой! Смотрите, рандомный стинг. Вот что выпадает, то выпадает. Честно, пацаны. Первый дубль. Фух.
Фух! Ху-ху! Сюда, сюда, сюда. Мы это сделали! Так, ребят, ну если честно, уже не до шуток. Уже просто не до шуток! Все, мужики, погнали. Вот так сидим, просто вот так сидим в пикселе. Просто в пикселе сидим и давайте ставить маслины. Давай, нормально, минус один. А, есть, есть фулл инфа. Оп. О, что? Ну, с кубом раз, видел? Хорош, а второй? А второй там был. За коробкой внизу. Не факт, что заберу. Попал, попал, я ему попал, но с кубом. Все, кет остался. Ухо-хо-хо! Найс! Кто тут папа? Я тут папа! Кто тут папа? Я тут папа! Так, ребят, ну нормально мы развалили, так сказать, малышечек. Показали, кто тут главный, правильно? Да капец! А какой план? Я тут сфоткал чел. Там Рикардик. Рикардик, ну куда ты лезешь? У нас типок по ногам стреляет. Да, не зашибись. Рикард, ну ты сливчанский, конечно. Не, ну ребят, вы нормально развалили, да? Все, easy win! Я не сливаюсь, only победы! Only win! Имбулечка, имбулечка, та-та-та-та-та-та-та-та. Счет 5-2. Кто красавчик? Я красавчик. Кто всех наказал? Я всех наказал. По брейну бросай флешечку. Здорово, братух. А, стоп, нам на пункта бежать, я уже и забыл. Здорово, братух. У Рикарда аж фуражка отлетела. Я даже выйти не успел, серьезно говорю. Да ну нет, ну Кентус, это что делаешь? Рикарда ботяра, купа ботяра. А ну иди сюда. А ну иди сюда. А еще кто-то остался? Да блин! Я думал, ты пойдешь дефьюзить. Опять ты, да купи себе уже нормальные скины. Ой, блин, как же надоел этот тиммейт. 560, что? Мать моя женщина, я просто в шоке. А, ребят, 5-3. Ну, как будто плохо, как будто если было бы счет 6-2, нам осталось бы 2 раунда до победы. Поэтому, ну, как будто так себе. Не-не-не-не-не-не, я люблю М4-1. Поэтому, ребятки, М4-1 это имба. Воу! Забрали. Ну, ничего себе, хаешки, ну... Ну, молотов еще, да вы вообще, что ли, ровки? О, все, заберите кента, у нас последний остался, давайте. Ну все, мне габелла. Их много, я один. Оу! Оу! Оу, ты не жестко развалил. Дигл есть. На! Батяра! Ха-ха, я ей сдал! Я ей сдал! Ничего, я жесткий! Он дефузит. Да как? Это просто тупо трындец, что за боты в команде? И мне осталось 1 хп, прикиньте, насколько это было на грани. Это просто было на тоненьком льду. Но мы это сделали! Just do it! Короче, братва, у меня есть план. Давайте еще просто запушу их. Вот так. У-ху-ху! М4 НК и статрек. Ну я сделал минус 2, поэтому моя команда выиграет, надеюсь. О, нормально. О, я забрал кента! Ой, ну наконец-таки. Главного зверя забрал. Да как? С расстояния в миллион! Он был реально от меня на километр! И сидел крысил, это просто капец, как мне эти боты вообще забирают. Погнали покупать. Я, конечно, все понимаю, но 2350 как будто слишком дорого. О нет, я нищий, я тупо нищий. Просто посмотрите, у меня ничего нету. Я ноль, тупо ноль, ноль. Ребята, решающий раунд. И, конечно же, в решающем раунде я беру авик. Мне сливаться нельзя, но это полная фиаско, мужики. Я уже слился раз в миллион просто. Сливаться ни в коем случае нельзя. Так что пацаны не расслаблялись, туда кинем им дым. Все, все, я просто гений. Кто выходит сразу, ребята, минус кабинет. Рикардик. Нормально. А, у меня 6 хп блин, осталось. Кент, минус 44, минус 44. Он с авиком. Тут типы. Да вижу я, куда вы мне метки кидаете? Я гений этой игры. Чел лагает. Интернет себе купи. Вау. Остался я и тик-так. Найс. Что я дал? Мы выиграли. Да! Ну как? Это трендец, ты просто видал? Ну скопу, что он творит? Мы это сделали! Ух, это было потно, как же я отыграл, ой, красота-то какая. Ай, хорошо, ребята, киберспортсмен тут.
О, капец, ну ты лакер, а? Братуха, это называется опыт не пропьешь. Называется лакер. Скажи, ты закинулся энергией из Бравл Старс? Ну что же, мои уважаемые подписчики, если вам понравилось это видео, мне, конечно, не очень, потому что я разорился. Но, надеюсь, вам понравилось. Прожмите лайкосик, обязательно подпишитесь на мой канал. Можно еще на ребят подписаться. На мой ТГ подпишитесь. Там халявных 5000 голдишки вам подарим. Ссылочка в описании. Всем пока. Пока-пока. Покусики.